Прошедшее воскресенье, как и 2 недели назад, мы отмечали торжество святости одновременно и русской, и афонской. Тогда это было празднование собора русских святых и собора афонских святых. А вчера мы отмечали память преподобного Сергия Игуменорадонежского и преподобного Афанасия Афонского. И тот, и другой – это звезды первой величины на церковном небосводе. Преподобный Афанасий основал первый и самый главный, и доселе главный монастырь на Святой горе Афон. Сделался родоначальником афонского монашества. А преподобного Сергия не зря называют игуменом земли русской, потому что его ученики и ученики его учеников основали множество монастырей, преимущественно на севере, северо-востоке Руси. И можно сказать, что и наш тоже монастырь, он тоже связан с именем преподобного Сергия, потому что он был основан еще при его жизни благоверным князем Дмитрием Донским. И вот первое письменное упоминание об Угрешской обители, оно находится в рукописном сборнике в собрании Троицы Сергия Лавры, который переписал игумен Угрешский Иона, причем с рукописи, которая хранилась на фоне в лавре преподобного Афанасия. Вот такими вот не всегда видимыми нитями связываются и Афон, и лавра, и Угреша. Если мы хотим обернуться к началу вот этого монашеского делания, к моменту происхождения монашества, мы должны еще отступить 1000 лет от века преподобного Сергия. И вот один из святых того времени, память которого мы отмечаем сегодня, это преподобный Сесой Великий. Он не относится к числу святых популярных или даже известных, но церковь уже более 15 веков прославляет его святость и, более того, нарекла его великим. Почему же он имеет вот от церкви такое наименование, и в чем церковь видит его великость? Мы не видим в его житии каких-то грандиозных свершений, и вообще сведения о жизни достаточно скудны. Знаем о том, что он совсем молодым пришел в египетскую пустыню, подвязался в пустыне преподобного Антония Великого, прожил там более 70 лет и в весьма-весьма преклонном возрасте отошел ко Господу. Подвижники христианства того времени уходили из относительно спокойной жизни городов, уходили в пустыню подальше от мирской суеты, мирской кичливости, лишних вещей, праздных разговоров, чтобы здесь, в безжизненной пустыне, найти подлинную глубокую жизнь со Христом и во Христе. От преподобного Сесоя осталось в древнем патерике всего 16 изречений. Но точно так же, как мореплавателю, достаточно для того, чтобы найти верный путь среди множества звездного, определить свою путеводную звезду, точно так же и нам, плавающим в житейском море, достаточно иногда всего несколько слов, если они сказаны великим святым, для того, чтобы нам сориентироваться в нашем плавании ко спасению. И вот чему же прежде всего учит нас преподобный Сесой. Первая и главная его тема – это смирение. Вот некий брат подошел к Авве Сесою и сказал ему: «Ава, память о Боге пребывает в моей душе непрестанно». «Это невелико», – ответил ему Сесой. «Велико будет то, когда ты будешь видеть себя хуже всей твари». И вот мы тут должны вспомнить, что христианская жизнь, она осуществляется прежде всего не человеческими силами,
А благодатью Божию, для того, чтобы совершить заповедь Божию, и нужна благодать Божия, сила Божия. Иногда нам кажется, что добрые дела, если они добрые сами по себе, то этого достаточно для нашего спасения. Это не так, потому что наши дела, если они совершаются нами без упования на помощь Божию и без этой помощи Божией, вот, они всегда имеют некую греховную примесь, которая обесценивает их в глазах Божьих. Вот эта примесь, она может быть от тщеславия, от нашего самомнения, от нашей какой-то корыстности. Вот. А для того, чтобы наши дела были пред Богом чисты, нам нужна благодать. А благодать дает смирение. Вот, потому что, как нам говорит Священное Писание, Бог гордым противится, а смиренным дает свою благодать. Вот. И вот смирение оказывается оборотной, неотъемлемой стороной любви, потому что любовь тоже не превозносится, не гордится, не ищет своего, но, забывая себя, устремляется всегда на помощь в любви к Богу и к ближнему. И вот иногда говорят, а как, что же я буду все время, если я буду видеть все время свои недостатки, свое вот это вот недостаточное, свое ничтожество, я ведь буду расстраиваться и унывать. Вот, это приведет меня к унынию. Ничего подобного, это не приведет тебя к унынию, это как раз приведет тебя ко Христу, потому что Христос сам о себе говорит, что Он пришел не праведников спасти, но грешников призвать к покаянию. И что не здоровому нужен врач, но врач нужен больному. Преподобный Сесой говорит о таком правиле духовной жизни, которое для нас, наверное, является самым главным. Некий брат подошел к старцу и спросил: «Ава, что мне делать? Я пал». «Ты пал?» – спросил старец. «Встань». «Я встал», – говорит брат, – «но снова пал». «Снова встань», – сказал ему старец. «И сколько же мне так падать и вставать?» «Пока ты живешь», – ответил ему Ава Сесой, – «если ты упал, то сейчас же вставай». Как много бесполезного времени у нас уходит на вот эти вот сетования, потому что мы, бывает, с трудом переносим наши неудачи, наши греховные падения. Вот мы унываем, жалуемся, ноем, теряем напрасно наши силы и время. Вот. А ведь от нас требуется только одно – с упованием на милость Божию. Ну что же, признать, что мы немощные, восстать от своего падения и идти дальше. И только вот за это намерение наше, за наше вот это вот проявленное мужество, Господь дает нам силы идти дальше. Вот, конечно, лучше не падать, но для того, чтобы не падать, нужно вести жизнь внимательную и рассудительную. Вот еще один диалог. Один ученик спросил старца Сесоя: «Ава, если будет братская трапеза, сколько можно выпить вина?» А надо сказать, что вообще в то время крепких напитков не знали, а то, что они называли вином, это был такой слабоалкогольный напиток. Так вот, сколько можно выпить вина? «Одну чашу», – отвечает старец. «А две можно?» – спрашивает брат. «Можно». «А три можно?» – не успокаивается брат. На что Ава отвечает таким интересным образом: «Если бы дьявола не было, то можно было бы». Вот. Отсюда мы видим, что насколько мы должны быть внимательны к себе, даже в мелочах, потому что мы знаем, что лукавый не применит воспользоваться любой нашей немощью, любой нашей ошибкой, любым нашим упущением, любым нашим неосторожным словом или необдуманным поступком. Вот. Точно так же, как волк, прежде всего, нападает на раненых и больных, точно так же и лукавый сейчас же подбирает и делает своей добычей человека, ошибшегося и отступившего от Бога. Вот. Особенно это может быть важно в наше время, потому что сейчас мы видим, что жизнь меняется на наших глазах, течение жизни выходит из того привычного, спокойного, размеренного русла, к которому мы привыкли, где все было так понятно и спокойно.
Вот. Жизнь становится более тревожной, все менее предсказуемой. Поэтому для нас сейчас важно хранить вот эти вот христианские ориентиры – терпение, мужество, рассудительность. Ну и, конечно, полагаться на молитвы наших святых.